сколько локтей в корягу? Пиздец. Да я что, ее там видел, эту корягу-то? Я кидал до того берега. А обратно шла, зацепила за корягу. Ну, там видел, говорят же. Да я сегодня уже второй раз видел. Счастливый? Рыбак, блин. Слышь? Пловец. Не, ну место шикарное ты нашел, кстати. Глубина реально метров полтора, да, можно. Так вы там залезли. Ты кого уговариваешь сейчас? Давай привал. Долго здесь мы устали, нам бухать надо у нас. Олег, это ты себя уговариваешь? Я хорошо, я никому ничего бы за корягу не цеплял. Главное, что он не упал. Так, и почему он сползает? А, я понял. Там рыба. Сломал уже? Вот она уже показалась. Это ветка вот этого дерева, которая лежит да, в воде. Да. Смотри, Олег, если пройти вон по тому бревну, да, то можно эту ветку вытянуть из себя. Да, можно помочь. Саня. Может, там огромная щука застряла между ветками. Ага, и ржет надо. Килограмм по 300. Она как поперек легла, ей не пройти дальше. Ну как их можно? Ну посмотри. Ну бля, откуда я знаю, что это такая хуйня? Мне сразу это не понравилось. Смотри, какое шикарное место, нифига себе. Шикарное. Ты посмотри, как в сказке. Не, ну так-то может быть. Все? Порвал, да? Че вы думаете? Какие-то еще варианты были, что ли? Не знаю. Все виднее. Еще что-то? Успокойся ты. Умудрился второе зацепить, ну как так? Все, отловил сегодня этот спиннинг. Че там, воблер и поводок. Минус.